Всем поклонникам и поклонницам отвратительного мой здоровенный хай. В нашем кривом эфире происходит передача «Щит-парад». С вами Виджей. Уже давно ни для кого не тайна, что голимая попса, дебильные клипы, тупые тексты и бездарные исполнители – это высшее достижение человечества в музыкальной культуре. Потому что все перечисленное радостно и с аппетитом хавает наше уважаемое большинство. А большинство, как известно, ошибаться не умеет. Сомневаетесь? Позвоните в дверь вашему ближайшему соседу, и если вас не встретят гантели в челюсть, спросите, кто на взгляд соседа популярней, Олег Газманов или Олег Гаркуша. Скорее всего, слово «Гаркуша» вызовет у соседа неприятную, а то и агрессивную реакцию. Ну что поделать, так уж устроен человек. Все незнакомое его пугает и бесит. А я девушек люблю, я их вместе соберу. Вдоль по линии прибор за собой уведу. А я линию прибор за собой уведу. Окей, друзья, хорош гадать, кто такой Олег Гаркуша. Начнем наши истязания. И начнем мы их с парней, которые уже давно нарывались на сеанс жестокого опускания. В номинации «Тоскливые ребята» победила группа «Иванушки Инкорпорейтед». Клип «Лодочка». Смотрим. Чего-то ждешь, ла-ла, мало ли чего про нас. Там люди говорят, ла-ла, ты надела самый лучший свой наряд. Люди, страдающие хронической бессонницей, внимание! Наконец, после долгих поисков, найдено мощное, универсальное средство, которое вернет вас к нормальной жизни. Под эту сопливую колыбельную вы стопудово воткнете. На работе во время аврала, на стадионе во время футбола, на подружке во время оргазма и в любое другое время в любом другом месте. Лодочка, бережка, теперь о главном. Вы заметили, друзья, с каким тупым упорством Иваны прут по пути окончательной деградации? Вспомните их нашумевший хит «А тучи все круче» или как он там назывался. Тогда парни были в шоколаде. С тех пор они поют все тише, выглядят все гаже, тексты все хуже. Похоже, свалка музыкальной истории все ближе. И пока Ваньки еще туда не угодили, предлагаю напоследок полюбоваться их одухотворенными таблоидами. Лодочка, бережка, медленно плывет. Где же моя милая, что же не идет? Маленький белобрысый перец тычет фаги, но не в камеру, как это принято у нормальных людей, а в свои собственные фары. Сразу понятно, насколько он сам себе опротивил. Переходим ко второму. Я не перестаю удивляться, как мало нужно человеку для счастья. Всего лишь потерять человеческий облик. Он берет в руки банальный якорь с налипшим на него подводным дерьмом, и вот мы уже слышим восторженный вой койота, который нашел кучу вкусной падали. Третий персонаж сохраняет еще остатки энергии. Правда, это выражается в том, что он легко готов искалечить окружающих. Так что флаг ему в пальцы, мы не против. Итак, подведем радостные для нас итоги, друзья. Первое. Группе «Иванушки Продакшнс» походу настает гейм-овер. Второе. Клип «Лодочка» за унывный бред. И третье. Ваньки угодили, наконец, в наш музыкальный отстойник. Мои поздравления.
следующей номинации «Щит-парада» окопалось нечто совсем уж непонятное под названием «Огненная муха». Чел, который так себя называет, пролезет без смазки куда угодно, даже в «Щит-парад» Калязиной. Моя несекущая коллега почему-то поставила его в положительный пример. С Калязиной я разберусь попозже, а мухи мы навешаем прямо сейчас. Помню письмо в помаде, помню прицел во взгляде, помню, вошел и сдался. Помню штрих-код ресниц, помню, что нам приснилось, помню, как все случилось, время в нас остановилось. На первый взгляд, все правила создания современной лирической попсятины в клипе соблюдены. Смазливый чувачок, строящий из себя роковое создание, неуправляемый, как трудный подросток, вокал исполнителя, а также изрядное количество откровенного бреда, без которого, как известно, в современном шоу-бизе не обойдешься. Внимательно послушаем текст. Помню пустые ночи, помню чужие очи, помню луна напрочем. Это все не важно. Помню, увидел небо, небо твоей вселенной. Мне бы найти ответы среди звезд там, где я не был. Высокая поэзия, друзья мои, облагораживает человека до неузнаваемости. После таких первых хочется все бросить, начать пачкать бумажки. А, но не тем, о чем вы подумали, а какой-нибудь возвышенной ахинеей. В духе вот этой самой мухи. Ты моя навсегда. Ты моя навсегда. Ты моя навсегда. А теперь главное. Смотрел я на муху эту огненную. Вроде все нормально. Очередное нытье про любовь и все такое. Но вот запарила меня одна странность. Чего это наш маэстро время от времени ротик свой накрашенный на сторону кривит вот так и зенками по сторонам жирка как-то зловеще? Досмотрел до конца и все разъяснилось. Открываем холодильник. Здрасте, госпожа покойница. Все модели успели отвалить, а одна вот тормознутая оказалась. Как говорится, все там будем в холодильнике. А мистер Огненная Муха, оказывается, всю дорогу сексуального маньяка изображал. Маленького такого чикатилку местного разлива. Такого карманного Ганнибала Лектора. Остается только гадать, зажарит он ее печень на завтрак или подождет до обеда. Короче, попытка напугать зрителя – тоже способ выделиться из бесцветного потока галимой, скучной попсы. Если, конечно, эта попытка вам удалась. За свой действительно безумный вокал «Мерзкое насекомое» попадает прямиком в номинацию «Спасите наши уши». Ты моя навсегда. Ты моя навсегда. Надеюсь, все согласны со старой доброй аксиомой. Муха не может петь песни. Она может лишь тупо откладывать яйца. Кстати, о яйцах. Процесс эмансипации в нашей стране зашел настолько далеко, что теперь не каждому извращенцу под силу вот так вот запросто заморозить свою любовь. Достойный ответ поганым шовинистам мужского пола дала исполнительница, скрывающаяся под большевистским псевдонимом «Искра». Она не остановилась на простом замораживании объекта своих домогательств и доказала, что женщины в бешенстве гораздо круче мужчин. «Искра» пошла до конца во всех смыслах этого двусмысленного слова. Клип «Я сама». Холодные небоскребы, мы в них утопаем оба. Внутри стекла и твердых стен попали в плен. Как становится понятно из нытья певицы,
произошла банальная бытовая трагедия. Искру бросил ее бойфренд. Ну что сделал бы на ее месте здоровый человек? Вытер сопли и попер. Но это здоровый человек. А теперь, друзья, пристегните ремни. Если при просмотре этого чудовищного видео ваша паховая область окаменела, а внутренности попытались выпрыгнуть на пол, передача «Щит-парад» никакой ответственности нести не собирается и никаких угрызений совести испытывать не будет. Вы же недавно, сами знаете, что смотреть, а что нет. Осталось лишь упомянуть, что за богатый вклад в дело кастрации манекенов «Искра» удостоилась победы в номинации «Эскалатор насилия». Вот такие тараканы в головах у наших подружек. И вообще, меня поражает в последнее время обилие душевнобольных в шоу-бизе. Для них отрезать башку своему партнеру по кровати, как два пальца отслюнявить. Типа, хороший партнер по кровати, мертвый партнер по кровати. Давайте спросим у моей так называемой коллеги Калясиной, что она думает о некрофилии. Калясина, ты знаешь, кто такие некрофилы? А ну, забавно пожила. Вообще... Приятного аппетита, блин. Не думаю, я как глубей, а у вас покупаю. Окей. Друзья, сейчас можете немного передохнуть. У нас тут намечается маленький такой рекламный щит. А после него вы увидите наших офигенно талантливых исполнителей. Так что не исчезайте надолго. Диджеи MTV снова отправляются в тур, чтобы лично встретиться со своими зрителями. MTV-шные съемки и акции на местах гарантируются. Следующая остановка – Зеленоград, 4 апреля. Тур в Зеленограде проходит при участии группы Total. Большое приключение с хорошими людьми. Гранд Туризмо на MTV. Подробности на www.mtv.ru. Новый Минтон Кранберри со вкусом спелой клюквы. Получите подписку на ваш любимый журнал в подарок. Подробности на пачках Минтон Кранберри. Информация по телефону 232-92-51. Нескафе Классик. Один глоток решает все. Хочешь? Я угадаю, как тебя зовут. Хочешь, я угадаю, как тебя зовут. Хочешь, хочешь? Хочешь, я угадаю, как тебя зовут. Зовут. Пиво столичное. Орбит белоснежный классический и орбит белоснежный освежающая мята в новой классной упаковке. Извините, капитан, у нас все в порядке. А! У тебя еще есть время на ириску с шоколадной начинкой. Время есть. Есть, Меллер. Я не идеальная картинка, я обычная женщина. А вот гладкая кожа ног, этого я действительно добилась. Я открою вам секрет. Одну ногу побреем станком, а на другую нанесем депиляционный крем Вив, который аккуратно удаляет волосы. Несколько дней спустя простой тест на гладкость кожи. Правую ногу я побрила, а на левую нанесла крем Вив. Легко понять, на какой коже действительно гладкая и нежная. Вид. Долгое ощущение нежности.
Итак, это был наш маленький рекламный щит. Те из вас, кто включил ящик только сейчас, пропустили массу отвратительного. Вы могли бы наблюдать за попытками Иванушек-интернетушек коллективно утопиться. Вас заколбасило бы от зрелища жестокой кастрации пластмассовых мужиков, певицы Искры и ее подругой Бензопилой. Наконец, у вас был бы шанс проследить траекторию полета некой навозной мухи, почему-то называющей себя огненная муха. Но вы все прощелкали, поэтому смотрите вторую половину передачи «Щит-парад». Мы переходим к следующему номинанту на наш говенный Оскар. На этот раз допрыгалась некая Бритни Спирс. Может, слышали про такую? Так уж получилось, что ее не пинал только ленивый. И даже ленивый пару раз пнул. Неужели нельзя сказать что-нибудь хорошее в ее адрес? Конечно, можно. Но ничего не приходит в голову. Именно поэтому маленькая американская посредственность в рамках нашей передачи удостоилась номинации «Маленькая американская посредственность». В качестве объекта для обгаживания мы выбрали ее последний клип «I'm a slave for you». Этой песней певица дает нам понять, как быстро летит время, и одновременно как бы делится радостью. Еще недавно она отплясывала на фоне сверстников и школьных шкафчиков, а теперь папа разрешает ей танцевать стриптиз, а мама участвовать в оргиях. «Я выросла», — говорит нам Бритни, «и теперь как хочу, так и хочу». Раньше вы видели вокруг меня малолетних вожков, а теперь крутых чуваков, как бы говорит Бритни. Вся наша передача рада за тебя, детка, но давай посмотрим на твоих бойфрендов поближе. Внимательно следите за персонажем справа. Я назвал бы это «Последняя пляска отравленной крысы». Вы назвали бы как-то по-другому. Ясно одно, человек так двигаться не в состоянии. Кири-кири, кири-кири, возбужденно чирикает певица, что в народе означает «come to basket». Если вас не цепляют ее сексуальные призывы, друзья, не пугайтесь. Скорее всего, с вами-то как раз все окей. Проблема в другом. Толпа обильно потеющих гуманоидов может возбудить разве что грязного извращенца. Напоследок скажу, что вообще не представляю, насколько жестко нужно напрячься Бритни, чтобы наконец перестать попадать в различные щит-парады. Ей придется либо раздеться, либо делать нескучную музыку. Но я думаю, что девушка выберет первый вариант, потому что второй ей явно не по силам. Отсюда вывод. Если в ответ на ваше творчество люди кривят рожи, грубо матерятся и поворачиваются к вам жопой, это еще не означает, что вы непризнанный гений. Просто вас зовут Бритни Спирс. А значит, для вас всегда найдется номинация в нашем музее отходов. Итак, друзья, мы добрались до главной банды номинантов нашего щит-парада. Знакомьтесь, крутейшая национальная команда «Русская диско» со своим клипом «Извиняюсь, куку-вау». Песня, несмотря на неандертальское название, все о том же. Весна, любовь, либидо, секс, но клип. Клип настолько пропах народным духом, друзья, что вряд ли даже самый мощный дезодорант перебьет этот дорогой для нас всех душок. Гляньте пару кадров, глубоко вдохните и поймайте кайф.
Кукуська, кукуська, сколько нам осталось быть вместе? Ты для меня одна на свете, душечка. Я зову тебя, моя кукусечка. Но стоит на небе подняться солнышку, как улетаешь ты в чужую гнездочку. Она зелененькая, да на обусечке. Я жду и не дождусь мою кукусечку. Поделать нечего с подругой кукою, а то до вечера тебя укаю. Вот представьте себе ситуацию. Идете вы по лесу, ну там грибы собираете, елки разные, это понятно. Природа в кайф, настроение супер. И тут из-за дерева вот такая вот кукушечка. Оба-на! У вас может быть с нервами порядок. Повалялись бы на травке пару минут в состоянии шока, позаикались бы с неделю. И на поправку. А я? У меня вот голова слабая. Я побежал бы истерично хохоча прямиком в Кащенко и попросил бы там пожизненного психического убежища. Окей, вернемся к шедевру группы «Русская диско». Авторы клипа, наверное, чтобы подчеркнуть мужское достоинство мистера Отелло, давайте договоримся называть его так, не удержались от соблазна снять тусовку детей. Вот, мол, насколько он крут. Не только поет и пляшет, но еще и сношения с кукушками вступает очень даже регулярно. Правда, с этим вышла непонятка. Если внимательно смотреть клип, можно заметить, что из всей тусовки чернокожий ребенок только один. Уж не знаю, какие там у режиссера были проблемы. Может, дефицит чернокожих детей, может, что-нибудь еще. Все-таки времена Олимпиады 80 давно прошли. А только получается, что не так уж он и крут, наш африканский друг. А теперь, друзья, сделайте скорбные рожи. Торжественно предсказываю вам, что команду «Русская диско» ожидает, если не глобальный, то все равно неминуемый успех на российском музыкальном рынке. Почему? Да потому что проект состоит из правильно подобранных компонентов, рассчитанных как раз на наши сермяжные просторы. Чернокожий чувак явно понравится русским женщинам, и вы отлично знаете почему. Белокурые буренки, хороводящие вокруг него, стопудово приглянутся кавказским мужчинам. Причины, я думаю, вам тоже не нужно объяснять. И, наконец, музыка. Музыка торкнет большую часть совкового населения просто потому, что под нее очень клево нажраться и неуклюже отплясывать на заплеванном танцполе какой-нибудь привокзальной пельменной. Итак, группа «Русская диско» уверенно побеждает в номинации «Массовый наркоз». А я с удовольствием сообщаю вам, друзья, что на сегодня щит закончился. Со следующей порцией обращайтесь к Калядиной ровно через неделю. Обращайтесь, обращайтесь. От меня пострадают Лада Дэнс и Таня Буланова. Не забудьте опрокинуть пару пузырей зеленки, потому что мозговые раны, нанесенные попсой, надо лечить. С вами был Виджей. Бай. I'm not going to